Друзья, мы находимся в галерее картин, которые написаны фосфорной краской, как я так понимаю. Не очень разбираюсь в этом, но по факту, что мы видим сейчас с вами, сделаем обзор, что мы здесь видим. А мы видим здесь прекрасные картины, которые светятся при люминесцентном освещении. Шикарная картина. Прекрасный вид. И эту красоту можно увидеть только при люминесцентном освещении в таких красках. И сейчас время 01:01, час ночи. У нас закрытие фестиваля Nibiru's People Festival. И вот мы здесь рассматриваем эти шикарнейшие картины. Какие яркие краски. Произведение. Здесь из освещения мы не сможем это увидеть яркого. Красота какая. Очень красиво. Тут те размазанные картинки, потому что освещение неправильно идет просто. Друзья, шикарно. Последняя картина этой экспозиции. Это, наверное, семейная пара в космосе, познающая новый мир. Планета Земля. Как вам такая, друзья, композиция? Вот они, мы, познающие мир в этих телах. Green my life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, ты знаешь, ты можешь. Радость жизни вместе с нами. Намасте.